Нарциссы готовы к цветению. Дайте немного солнца, и будет цветок. Вот такой. Цветочные почки на абрикосе. Средний Урал, конец апреля. Перекапываем землю. Тут была посажена озимая рожь. Сейчас земля такая пушистая. И вот попалась картофелина. С прошлого года не выкопали. И она сохранилась вполне как свежая, новая, молодая. Крупная. Не помню сорт какой. Но это сортовая была. 2 дня назад садила огурцы в пакеты с готовой землей из светофора. Здесь вот арбузик с дыней. Все отлично. Ничего не завяло. Не замерзло. Я тут еще решила кабачки высадить. Они уже и цвет набрали, а тепла-то сильно не обещают в ближайшие 2 дня. Даже обещали снег с дождем. А это салат айсберг. Он у меня в общей лоханочке. Сейчас буду рассаживать. Также в пакетах мобильных рассажено. Рассада арбузов и дынь. Так удобно, оказывается. Я их сейчас уже перетащила на другое место. Тоже они живые. Если тепло будет, то будем с арбузами. Многопрофильная грядка. Ряд редиски. Дальше пойдут кабачки. Посадила, присыпала золой. И следом пойдет салат. Вот он. Пока еще маленький. Очень хорошо укрываю, потому что пока тепла не будет. Да и даже если тепло, так лучше, когда прикрыто от жары и от холода, пока они примутся в рост, а потом уже будем смотреть, как комфортнее будет. Вот такие пролески цветут, а крокус раскрываться не хочет, потому что солнца нет.